Мур, привет, друг, это Зверько. И новостной выпуск 1.3.76. Пусть он и небольшой, но будет очень значимый. А пока короткое объявление. Продажа скинов со скидкой в 20% возобновлена. Учти, что покупать выходящие скины надо заранее, чтобы успеть на игровую скидку. Открыта услуга буста по многочисленным просьбам. А маленький баннер в углу – это мой чат в приложении WeGamers. На группу и чат ссылки в описании. Теперь к обновлению. Скин на Руби «Леди Зомби» уже доступен в нашей игре в коробке «Сокровищ». Облик Грока «Веном» «Варан» будет доступен с 14 мая за 899 алмазов и скидка 30% в первую неделю. Теперь изменения героев. Иксборга почему-то убирают с тестового. Адетта. Ульта. Увеличили бонус к защите. Теперь будет давать 60% вместо 30%. Это хороший баф. Жаль, у нее в основном проблемы с контролем. Уранус. Исправили баг, когда второй навык можно было применять в контроле. Чу. Исправили баг с ошибочным уроном по башням. Грок. Минситар. Гвиневра. Тамус. Оптимизировали анимацию навыков. И топ обновления. Реворк ульты Заска. Теперь Заск во время ульты может вселяться в порождение и кастовать оттуда. Правда, автоатака отключается. Также может переставлять порождение и выпрыгивать из него. Более того, если порождение убьют, то Заску это не повредит. Oh my. Это изменение, а отличный ап Заску. В дополнительных навыках уменьшили продолжительность спринта на 2 секунды. Теперь он будет работать 8 секунд вместо 10. К слову о ногах. Сапоги заклинателя теперь стоят 690 золота, а было 740. Прочные сапоги теперь стоят 790, а были 890. Волшебные сапоги понерфили, они теперь будут приносить 50 голды за поддержку, а не 80 голды. И главное, новая кредитная система. Увеличили кредитный лимит до 110. Теперь те, у кого кредит выше 90, не будут получать еженедельные 500 голды. Новое правило. Те, у кого от 100 до 109 кредитных очков, получают бонусных 5% БО за бой. А те, у кого 110 кредита, 10% бонуса. Чтобы повысить одну единицу кредитного счета выше 100, надо провести 7 боев без жалоб. Игроки с кредитом от 100 до 109 за неделю смогут выкачать 8000 БО, а те, у кого 110, 8500 БО в неделю. Вот такие новости, друг. На этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь лапку. Удачи, друг!